Всем привет, друзья! Привет! Сегодня открываем Тенгетон! Да, мы сегодня открываем паровозика из мультфильма Чаггингтон, да? Да! Игра называется «Трюки Брюстера». Да! Мы сейчас ему построим... Коня! Конечно, он такой у нас скоростной поезд. Построим горку, с которой у нас будет он спускаться, да, делать трюки, Дим, представляешь? Я смотри. Могу вот так сделать. Да, открываем. Молодец, Дим. Смотрите, можно будет круговую сделать горку и простую. Сейчас будем пробовать. Вот он, я тебя... Ой, Дима, молодец какой, как ты уже быстро научился открывать. Я... Ух ты! Я всегда разбираюсь. Ты всегда разбираешься в этих штуках, да? Смотри, сколько деталей, Дим. Да. Да. Вот какая у нас сейчас будет... Огромная горка, да? А как же мой друг? А твой друг, давай я тебе помогу. Давай. А как она делает? Сейчас будем собирать нашу горку. Да. Нам бы сейчас разобраться, сейчас найдем инструкцию с тобой. Да. И будем по инструкции собирать. Вот такая у нас горка получилась, да, Дим? Препятствиями. Ну-ка, давай проверим, как у нас там Брюстер ездит. Вот он, какие трюки у нас, да, выполняет. Быстро ездит, через ворота наши проехал. Ну что, поехали дальше? Тогда отпусти его, Дим, и посмотрим, как он быстро умеет сам ездить. Давай. Вот он как. Он сам умеет делать, как что нужно. Сам все знает, да, как нужно ездить? О, насаду катился! Вот так ворота у нас крутятся. Можем их совсем убрать. И поехали дальше без всяких преград, да, Дим? Эту разбираем. Новую собираем. Вот как он ездит у нас. Вот, друзья, нам пришлось переместиться на пол. У нас получилась вот такая вот длинная теперь горка. Была до этого круглая. Ну, давай посмотрим. Вот мы ворота все перенесли сюда, да? Давай. Закрываем ворота. Давай, закрываем ворота. Все, ворота наши закрыли. Запускай. Все, шлагбаум его остановил. И что, он дальше все, едет? Сразу он поедет. Сейчас, ну, давай. Ну, не очень-то этот скоростной Брюстер, конечно. Тут видите, какая горка-трансформер. Можно еще к ней присоединять разные другие горки. Поехали. Опять шлагбаум. Продолжаем движение. Дим, давай все уберем препятствия. Посмотрим, может быть, он начнет быстрее ездить, Дима? Давай, убери препятствия, убери. Наоборот, вот уберем. Уберем препятствия. И давай, где наш Брюстер? Пускай стартует. Ой, вот тут он упал, даже не доехал до конца своей трассы. Ну-ка, давай. Нет, так он и не доезжает до конца. Даже и без препятствий. Нет, так на одном месте и останавливается, где у нас шлагбаум был. Ну где шлагбаум? Ну где? Вот он, шлагбаум наш. А зачем мы его убрали? Ну мы думали, видишь, хотели проверить, как он будет быстрее, может, будет ездить. Нет, он быстрее не ездит. Потихонечку. Давай потихонечку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайся на наш канал, и мы будем дальше играть. Ура! Пока-пока, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо за просмотр. А мы дальше гоняем с нашим Брюстером.